Я ее позволила, пулеметка была, и поваром была. Чем ставили, тем была. Там же не будешь сказанное дело. Зашел проверяющий и стоит. Постоял, поглядел на нас. Кто спал, кто еще не спал. Стоит и говорит, девчонки, война кончилась. Потом вышла замуж, как пришла. Я из-за деревенского вышла. Вот. Ну, он умер. А я вот живу. Куда деваться? В селе Камские устья, можете помните, пароход приходит. Вот я из этого, у нас было 5 человек, забрали. Осталась я одна. Все подруги мои умерли, а я живу.